Ну и здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен. Мы продолжаем проходить Dragon Age Origins и фейлить в местной боевке. И, в общем-то, третий этаж нашей башни Шалы. Будем надеяться, что как-то башня Шала выпрямит мне руки хотя бы чуть-чуть. Потому что все-таки это первый наш настоящий такой бой. Надеюсь, Логейн будет готов ударить, как только мы зажжем сигнал. Король без нас не справится. Не без этого. Пластинчатые перчатки. У нас, кстати, инвентарь вообще почти уже на фул забит. А что у нас вообще по вещам? По орудиям убийства. У нас есть какой-нибудь? У нас столько мусора, если честно. Можно было бы, да, кстати, сейчас переползти пока на арбалет, мне кажется. А хотя... Ой, как я ненавижу эти круговые комнаты все. Кто бы знал. Здесь так засаду удобно устраивать, а у нас ни одного персонажа, который может их сделать. То есть, ни одного персонажа, который умеет пользоваться ловушками. Ни одного персонажа, который умеет... Мага, в смысле, который умел бы кидать магические ловушки. Вообще ничего. То есть, как хочешь, так и живи. Угу. Так, а я помню, кстати, как я вот этих выманивала. Я просто вот тут сбоку стояла, ой, они сами выходили. Чуете, чем пахнет? Боем пахнет и фекалиями, потому что... Они страшные ребята, я их боюсь. Так. Ну, в принципе, Макси сюда куда-нибудь может. Вообще, конечно, его бы там поставить. С другой стороны, если он там будет стоять в одиночестве, его там очень быстро зашатают. Сейчас чихну. Ой. Простыла я в вашей башне и шале. Прохладно тут у вас. Скажу я вам. И да. Лучник. Маг. Что теперь? Сейчас будем ждать. Да куда вы понесли-то? Куда ты пошел? Просто вот я тебе сказала туда идти. Просто за что, чувак? За что? Так, ну, в принципе... А давай, знаешь, вот просто ради любопытства. Вот просто ради интереса. Вот как получится. Да? Почему бы и нет? Они сами подошли. Да там еще подожгли чуть-чуть. Народа. Так, ты упадешь. Ты, пожалуй, тоже. Точнее, ну, вы поняли. Так, кто у вас тут самый жирный? Вот, в принципе, все одинаковые, да? Абсолютно. Причем? Потому что давай быструю стрельбу мы пока что уберем. Нам бы лучше попадать. Как ты знаешь, вот. Давай вот в тебя. Нет, знаешь, вот отгреби сюда, чтобы не отсвечивать. Вот что я тебе скажу. Вот, видишь, уже один суется. Так, паралич, пожалуйста, на него наложи. Вот на этого, кстати, тоже можно было бы. Слушай, кто там? У тебя же провокация? Ну-ка, давай-ка. Вот, давай на него. Молодец, умничка. Вот так и делай. Так, вот этого бей. Ты вот этого бей. Хотя, конечно, это так себе. А хотя, пойдет. Стоп. Да ё-моё. Чё ты там встал? А, ты оглушен. А чё ты оглушен? А чё случилось? Кто тебя оглушил? А, непонятно. Чё-то я пропустила этот момент. Товарищ маг, пожалуйста, у вас лириум закончился, да? Печально. Не хочу пока тратить лириум. Бейте вот этого, он мне не нравится. А ты вот этого бей. Да бей вот этого тогда, раз никто его не хочет бить. Спасибо. А теперь вперед туда. Ай, кошлириум бы слопать. Малозель. Давай, ладно уж. Конечно. Не будем экономить на своей жизни. Хотя я не думаю, что у нас сейчас будут проблемы с их убийством. Но впереди-то точно будут какие-нибудь эмиссары или еще кто-нибудь. На них потратить стоит.
Красавчики. Сделано. Ну, пойдет, как ладно. Я не знаю, кстати, почему. Может быть, я как-то, знаете, слишком строго себя сужу. Я не знаю. К своим фейлам в пилларсах, вот, знаете, я как-то терпимее относилась. Я не знаю, вот серьезно. У меня вот какой-то пунктик, знаете, внутренний. Может, это, как сказать, комплекс какой-то. Я не знаю. Черт, от слона-то мы не заметили. Я прям хочу и думаю, что я прям должна идеально пройти. Но, блин, это бред. Никогда за этим не гналась. Но при этом почему-то вот за каждый фейл какой-то, за каждую козявочку, я прям себя вот в мыслях ненавижу. Это как-то очень странно для меня, потому что обычно такого нет. Я обычно ругаю себя только когда реально там какой-то, ну, вообще абсолютная тупость сделана. И я ее сделала и поняла то, что, блин, зачем я это сделала. А когда, в принципе, более-менее нормально получается, не, конечно, не на уровне там ультрамастера, который может на самом высоком уровне пройти, но при этом почему-то все равно как-то напрягает меня это. Не знаю. Мозг, прекрати меня комплексовать. Хватит. Мне так хватает комплексов, ты мне еще сейчас психику повредишь. Хватит. Так, ну, естественно, там все плохо. Я думаю, это понятно, да? Там что-то неприятное происходит. Так, ну можно подгрести сюда. Так, ребятки, давайте мы вот так вот встанем. Вот так вот. Товарищ лучник у нас, как всегда, пойдет двери открывать. Товарищ маг у нас будет стоять тут. Товарищ воин у нас будет стоять тут. Это, конечно, дебилизм, если честно. Открывай. Это псарня, ребятушки, они с мобариками дерутся тут. Точнее, могут драться, если я подбегу к этому рычагу и помогу мобарям. Ну-ка, вперед! Не будем даже чередить. Вперед! Где мой рычаг? Где же их несколько, да? Это же мобарики там внутри. Там же есть мобарики? Они вообще живы? Мобарики-то эти. Я помню, что их можно выпустить. Давайте рискнем. Как пожелаешь. Зря я, наверное, это сделала. Короче. Так, вот этот товарищ мне вообще не нравится. Генлок вожак. Да. Вперед! Сейчас. Диверсия! Вот тут рычаг. Да, поняли мы уже, спасибо. Ты бьешь этого. Вожака мы сейчас запарализуем. Ты, мой хороший друг, замечательный. Ты будешь с мобарями драться вот с этими упырями, потому что они мне не нравятся. Мобари! Так, давай, убивай вожака. Ибо почему нет? Кстати, вот мобари в деле. Что-то как-то не очень бьешь, тебе скажу. Прямо. Так, вы убили его? Молодцы. Прекрасно. Давайте теперь вот этого сзади. Или не, дюранчик, милый, хороший мой. Вот видишь, там урод стоит. Мы им займемся потом. Сейчас мы будем вожака шатать. Так, Алистер. Спасибо. Так, ну нет, я даже сходить с места не буду. Товарищ маг. Дюренчик. Давай вместе с мобарикой. Так, ну чё, где? Чё вы не умираете? По-моему, самое время. Ты умрёшь там? Тебя... Чё ещё? Собаки не пожрали? Поживее, да, ребят, давайте. Алистер. А, ну все. Все хорошо. Ну, неплохо. Собаченьки живы. Здоровы. Замечательный деревянный сундук закрытый, твою мать. Песики. Бутыль с кислотой. Кстати, кто-нибудь умеет швырять кислоту? Все умеют? Нет, конечно.
изготовление... Вот чтобы швырнуть кислоту, понимаете, вот бутылку с кислотой, нужно, блин, на изготовление ядов. Как это, мать твою, связано? Ну вот оно нужно. Страж ректора. Рекрута. 2 к урону против поражения тьмы. Да ладно. Ну-ка. Мне нравится этот вариант. Где он? В принципе, то же самое, только да, плюс... Во, зашиби. Красота. Вот это я понимаю, это с щитом вражеским ходить как-то вообще не очень пёсики. Пойдемте со мной до самого верха, пожалуйста. Стараюсь. Так, денежка. Генлок. Я хочу Генлока. Обшмонать. Сидит такой, чешется на трупе. Прелестно, по-моему, да? Давай еще разок. Так, господа, я предлагаю идти дальше. По-моему, кто-то отстал. Или мне кажется. Нет, все со мной. Показалось, действительно показалось. Так, двери закрыты. Это понятно, к чему это все приведет. Я предлагаю немножечко подсвинячить себе жизнь. Сделать следующим образом, потому что их тут, в принципе, не сказать, что тебе много. Это что такое? Как-то странно, он не подсвечивается. Почему? Я предлагаю просто тупо ввалиться и убить. Как это ни странно. О, и эти прибежали. Ну, естественно. Ввалиться и убить. Почему бы и нет? Так, в принципе, ввалиться это не такая плохая идея, потому что мы сейчас сможем забежать сюда, товарищи. Войны у меня встанут сюда. Это так себе тактика, конечно. На, отвяжись. Но я их встречу огнем, если успею. Как пожелаю. И я не успею. Ничего страшного. Потому что я сейчас жахну вот так. Правда, они потом сагрятся. Поэтому я предлагаю сразу. Ну и, естественно, я стреляю в молоко, потому что я молодец. Потому что они очень быстро бегают, а я этого не совсем до конца учла. Так, вы там топчетесь, вы понимаете это? Это не очень хорошо, дрюк мой. Дюранчик, оглуши вот эту свинью. Спасибо. Мне не нравится, что там маг у меня стоит один такой вот несчастный. Отгреби, пожалуйста. О, вы забежали все внутрь, молодцы. А теперь вот ты умрешь. Я же говорю, умрешь, что-то не веришь. Так, вот этот что, выбегает там? С ума сошел, что ли? Тебя кто звал-то? Так, мне не нравится, что вот там вот еще один товарищ подгребает. Точнее, нет, он не подгребает, слава богу, он стреляет из лука. Нет. Разминулись, блин. Как в море корабли. Так, ха-ха-ха-ха. Ты, в принципе, еще довольно живой, меня это расстраивает. Алистер, где ты? Почему ты там? Я предлагаю тебе оглушить вот его. И да, сработало, отлично. Страж башни, ты в курсе, что ты умираешь? Чуть-чуть так. Вот с этим капелёшечком. Самую малость. Мне кажется, тебе стоит отключить провокацию. Вот, мне кажется, ты... А, она отключена уже. Она, как ты знаешь, вот тебе сейчас не очень помогает. Есть у меня такое подозрение. Понимаешь? Товарищ маг, вас хотят убить. Вы знаете об этом? Я понимаю, что вы этого не допустите. Я предлагаю вам закрыть дверь. Угу. И, в общем-то, да. Открыть ее снова. Ну, хотя, с другой стороны, может быть, мамбари их зашатают. Но бросать собачек на произвол судьбы, это будет глупо, поэтому давайте же им поможем. Там еще, кстати, подгребают уроды. И вот там вот еще один. Валим, козлов. Ну и чего? Ну и чего ты стоишь тут? До свидания. Вперед! За родину! Можно не повторять. У меня такая вообще, знаете, необдуманная тактика. Чуть-чуть получилось, но хватит тактики. Вперед! Мочить, месить. Кому нужна тактика? Ничего, мне потом это аукнется. Все? Нет, конечно. Нет. Ну, как бы все. Давайте воспользуемся этой минутной
передышку, потому что сейчас еще один придурочный нас заметит. Все тем же, Алистер, пахнет все тем же, поверь мне. Все теми же эремятами. Хорошо, что песики с нами. Без них было бы как-то тяжелее значительно. Так, хорошо. Песики. Ящик, который скотина не откроет. Нет, открывается. С удовольствием. О, да. О, целебная припарочка и аптечка. Замечательно. Просто прекрасно. По-моему, кстати... Все-таки, да, травма будет, если персонаж пал во время боя, и ты его воскресила аптечка. Вот тогда да. Я все никак не могу вспомнить. Удивительно. Удивительно, все-таки эти проклятые пилорсы настолько крепко засели в голове эти сколько? 114 серий, многие из которых были часовыми. Это, конечно, звездец, скажу я вам. Так, ну, можно положиться на собачек, которых нет. А можно как-то попробовать своими мозгами вырулить. Спрятаться вот в этой комнатке. Дружно всем. Товарищ Мак встанет где-нибудь тут. Где-нибудь тут, я сказала. Ах, черт, что ты будешь делать-то? Верно. Думаешь? У меня есть сомнения на этот счет. Да ладно. Еще скажу, что тут никого нет. Ну да, конечно. Сколько тебя тут таких? Один? Трое. Ну да. Один. Конечно. Ну, ладно. Давайте попробуем их, конечно, выманить. Там что-то кто-то бежит даже уже вроде. Предлагаю что? Предлагаю вот так, чтобы его не видно было. Они ушли. И они забили на меня. Ты прикинь, не пошли за мной. Вот паразиты. Мужики. Это что было? Это нехороший звук был. Вот что это было. Короче, я сейчас психану. Так, один вижу его. В принципе, два. Вот этот мне не нравится. Он мне совсем... Скажу я вам. Так, ладно. Давай вот так сделаем. Потому что выманивать я их, конечно, могу долго и упорно. Но они тоже не дебилы. Умирать не хотят. Это понятно. Гарлока мы немножечко запараличим. Спокойно стой, отдыхай. Теперь, пожалуйста, поддайся влиянию моей молнии. Спасибо тебе. И еще чуть-чуть. Пацаны, бейте, пожалуйста. Можно даже вот эту хренатню включить. Минус. Врываемся. Все-таки тактика, это, конечно, хорошо, но иногда агрессия тоже не помешает, потому что иначе мы будем очень долго стоять на одном месте и ни хрена не делать. Бутылька с кислятой, халяси. С удовольствием. Вряд ли тут что-то хорошее есть. И, в общем-то, да. Я даже брать, наверное, это не буду. Потому что у меня уже места ни хрена нет. Только не говори, что это уже крыша, это верхний этаж. Черт. Это очень нехорошо. Потому что я не готова к этому морально. Верните меня вниз. Желательно домой вообще. Куда я закрыта опять? Ладно, пацанва. Давайте посмотрим, что у нас есть хорошего в нашей жизни. Из оружия, в принципе, здесь менять нечего. Серый чугун, меч сэра Гарлена. Бедный сэр Гарлен, он, небось, там ходит с говнистым мечом. С другой стороны, нам он нужнее. Вот что я скажу. Если, кстати, да, стрелы брать этому нашему товарищу, стрелю башни, то, мне кажется, ему стоит поставить в какой-то веке огненные стрелы.
Не поняла? А чё ты лук-то не надел-то? Снял? Чё? Чё произошло? Чё? А чё они снимаются? А я не поняла. Они для этого самого, что ли? Для арбалета? Они типа для арбалета, ты понимаешь? А, потому что это болт для дебилов тут написано. А вот это уже стрелы. Давай, друг мой. Ну, что вы хотите от меня? А чё это за шлем такой? А, понятно. Парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Давай посмотрим на твою броню. У нас есть что-нибудь поинтереснее? Хотя бы чуть-чуть. Самую малость бы. Я ж многого как бы не прошу, понимаешь? В принципе, все то же самое. Денис Хасинов, блин. Клоубок мне не нужен. Что у тебя там с булавой? Пылающий. А, потому что у нас сейчас эффект лежит, да? По-моему, это сейчас на всех лежит, потому что у нас... Да-да-да. У нас наложен эффект магом нашим. Чё там? Какой урон? 5? Основная рука. Слушай, давай я тебе лучше меч стражу дам. Он как-то поинтереснее будет. Почему я тебе сразу его не дала? Потому что я идиотка. Основная 6, а здесь одна к силе. А, ну это же варварская, которая и была, в общем-то. Подожди, а вот чисто ради любопытства. 13-6, понятно, все, до свидания. Так, щиток у нас какой-нибудь поинтереснее есть, чем тот, который стоит? Нью. Жаль, железные кольца пустые. Бутылка с кислотой мы все-таки... Нет, мы не сможем. Это бесит. Так, шелковый ковер. Потрясающе. Вот самая нужная вещь сейчас в бою. Кинуть им врага, закутать его и все. В духе, знаете, мультфильмах. Мультфильмов про Тома и Джерри. Ладно, пацаны, сжали булки. Активировали нужные защиты. Скорость. Нет, знаешь, отключи-ка ты это нахрен. Вот что-то скажу, друг мой. Переключись, пожалуйста, на вот эту фигню. Стрелять быстрее, но улучшаются шансы на обычные критические попадания. К черту критические попадания. Они сейчас слишком низкие, потому что мы на слишком низких уровнях. Нам эти критические попадания вообще не вперлись ни разу сейчас. Так, ну, у тебя тоже... Давай я тебе не буду понижать атаку, знаешь, что тебе скажу. Ты меня будешь жечь, как есть. Ну, вперед. Ну да. Привет. Как я его ненавижу. Как я его ненавижу. Мак, отгребаешь? Ты тоже отгребаешь? Воины стоят и срутся. Так, сразу, может, паралично? Пожалуйста, хоть бы сработали. Я тебя умоляю просто. Сразу пробиваем броню этому уроду. Товарищи воины. Идите бить. Просто бить. Потому что, хотя... Пока он подгребает, можно немножечко стрельнуть ему в лицо. Кстати говоря. Ну да. Устойчивость, ну, естественно. Товарищи лучники, отгребайте, пожалуйста. Я сказал, отгребайте. Так, ты не перешел, что ли, на свой этот самый? Ну, естественно, нет. Так, что этот еще разок делает? Запугивание. Принимает вызывающую позу, пока действует способность. Враждебность противников повышается с каждой атакой и отвлекает их от союзников воина. Да, давай. Прости, Алистер. Не доглядела. Я не думаю, что эта хренатня на него сработает.
Так, Алистер, я понимаю, что это все, конечно, не очень. Так, а почему ты не применил вот это, как я тебя просила, а? Так, ты у меня огр. Давай. Устойчивость? Да ты чё, да как, да почему? К чему устойчивость? Ты с ума сошел, что ли? Ты дурак? Какая нафиг устойчивость? Никакой устойчивости. Так, я предлагаю подгрести немножечко поближе и немножечко его поджарить. Чуть-чуть так. Я попадаю хоть? Попадаю. Он, по-моему, сейчас в меня кинет чем-то. Господа, расходимся. Разбегаемся. Серьезно? Так, пацанва. Алистер, а что ты встал? Тебе надо лечиться. Ты, кстати, знаешь об этом? Бей его. Дюранчик. Ты, кстати, тоже, может, и знаешь об этом? Вот, в тебя летит, друг мой. Беги. Нет, не в тебя. Ой, нет. Теперь точно в тебя. О. Не сработало, естественно. Беги, чувак. Почему не работает моя агрессирован? Агрессирован почему не работает? Где она? Господи, моя агрессирован. Агрессирован, включите мне. Мужик, беги. Можно, кстати, отгрести. И к магу не надо отгребать. Вам плохая идея. Как он попал? Как он попал? Ну, естественно, они улетели у меня, ребята. Слушайте, а чё я туплю-то? У меня есть слабость. Чё ты не хочешь... А, это не слабость, это паралич, блин. Слабость он уже применил. Молодец. В отличие от меня. Так. Ребятки, встаем и бьем. Хватит разлеживаться тут, серьезно. Вы что-то как-то очень сильно расслабились. Так, он встал, да? Или мне. Ну-ка давай, может пополучится. Не пополучилось. Беги, дурак! Он, кстати, замедлился, это хорошо. А о чем мы встали? Давай сюда. Можно, конечно, перейти на ближний бой, чтобы он не наярил. С другой стороны, пока он бегает за мной, маг его мочит. Как это не парадоксально. Подхрамывает что-то там. Во, оглушен, пацаны, бей козла. Бей, да. Так, не, давай вот так. Это, конечно, бред, но давай вот так. Давай, проламывай его все прям. Что-то он как-то недолго был оглушен, к сожалению. Прям очень мало, я бы сказала. Вообще очень. Ой, смотри, как шел. Видели, да? Забавно. Ребят, я вас очень прошу, делайте свое страшное черное дело. Не отвлекайтесь. Товарищ маг, как у вас там по магии? Все плохо, да? Магии нет. Надо его как-то так поджечь. Чтоб при этом... Ну-ка давай. Зацепила? Ну, Алистера зацепила. Да. Его, да. Я вам, если я сюда побегу, все будет плохо. Промахнулся, спасибо тебе. Давай еще замедлим тебя. О, пацаны, разбегаемся. Мужики, выйдите сюда. Товарищ лучник, гребите куда-нибудь, куда угодно, потому что вас что-то не любят. Хотя у вас провокация вообще не включена ни разу. Но по каким-то мистическим причинам вас тут не любят. Вот вообще что-то как-то. Это забавно, конечно, что он за ним именно бегает. Я бы даже сказала, это странненько немножко, потому что у меня включена агрессирован. Но, невероятно, что называется, но факт. Чувака не любят тут. Ничего, ничего, мы этим воспользуемся нагло. Аллилуйя. Подожди минутку. По твоему приказу. Ну, нельзя было это пропускать. Красавчик Алистер. Молодцом. И что дальше? А дальше мы сохраняемся и выдыхаем. В принципе, получилось забавно. Маяк вон там.
Мы наверняка пропустили время сигнала. Зажжем его скорее, пока еще не поздно. Зажжем сейчас, подожди. Бочки, это главное. Подожди минутку. За ним! За кем? О, пламенное ожерелье. Не надо меня торопить, ты понимаешь? Мы так весь тут пропустим. Огр. Руна. Щит Хаварда. Мы обязательно все это почитаем, но потом. Так, сигнальная башня. Бежим! Алистер, давай. Ты у нас победитель. Да мы поняли. Мы наверняка пропустили время сигнала. Зажжем его скорее, пока еще не поздно. Труби. Отход? Но как же король? Разве мы не должны... Выполняй приказ! Говнюк! Отход! И так сил-то было немного, он еще отход трубит. Отходим! Эй, вы, шевелитесь! Паскуда! Еще одна! Маяк! Для кого он горит? Мы столько сил вложили, чтобы его зажечь. И все напрасно. Они не получат подкрепления. Они будут сражаться в надежде на него. Но оно так и не придет. Дункан. Вставай! Твари! Предатели кругом! Мужик! Мужик, Дункан! Режь его! Не смей умирать! Ты ж крепкий мужик! Ты же наш вождь. Куда же мы без тебя? Ты же нас собрал. А-а-а! Ой, Дункан. И маяк. Чё-то я не ожидала от себя слез на моменте смерти Дункана. Чё-то как-то прям брызнуло. Дункан, мой хороший. Тварь, Лагейн, тварь. Везде твари, предатели, убийцы, сволочи. О, Морриган. А, глаза твои открылись наконец-то. Довольна будет мать. Я тебя знаю, ты девушка из Диких Земель. Я Морриган, коль ты не помнишь. И сейчас мы в Диких Землях, где тебе я раны перевязываю. Больше ничего не делаешь? Потому что я... На всякий случай, пожалуйста. Спасибо, да. Что с памятью твоей? Ты помнишь ли, как мать спасла вас? Подожди, что с армией, что с королем? Покинул поле тот, кто должен был на ваш сигнал ответить. Порождение тьмы победу одержали. Тех, кого бросил он, на части разорвали. Твой друг переживает очень сильно. Я тоже, это уже... Мой друг, ты хочешь сказать, Алистер? Ну, это и так понятно. Так, а что с серыми стражами, с королем? Это и так понятно, только что сказали нам. Алистер, да? Тот подозрительный и недалекий, что раньше был с тобой. О, да. Он у огня, снаружи. Мать хотела поговорить с тобой, как только ты проснешься. Я был сильно ранен. Да, но, полагаю, ты выздоровеешь. Мать моя такие раны умеет исцелять. А,
А что с Алистером, он в порядке? Да, как и ты. Возможно, нехорошо так говорить, но он ведет себя по-детски. Недобро с твоей стороны, это же были его друзья. Ты думаешь, они бы оценили рыдания эти? Если так, то не похожи они на серых стражей из легенд. А почему твоя мать хочет меня видеть? Не знаю я. Со мной она о планах редко говорит. Хорошо, но все-таки могу я задать тебе несколько вопросов? Задавай, не торопись. Ну, спасибо. Почему твоя мать нас спасла все-таки? Мне это любопытно тоже, но она не говорит. Возможно, лишь до вас она смогла добраться. Я короля бы вашего спасла, ведь за него дадут гораздо больший выкуп, чем за тебя. Ну, знаешь ли, я намного-намного выше. Да. Тебе монеты нужны здесь? Кто говорит, что выкупом монеты мне послужат? Да, золото полезно, только власть дает гораздо больше. А кто-нибудь еще выжил? Ну, очевидно, что нет, но все-таки. Лишь дезертиры, да и те ушли. Тебе не надо видеть, что сейчас в долине этой страшной происходит. Пир там происходит. Что происходит? Ты точно хочешь знать? Ну, по-моему, понятно, что там происходит. Ну, давайте. Желаю, иначе зачем спрашивать? Я место битвы видела прекрасно. Страшная картина. Трупы везде, и порождения тьмы кишат на них. Питаются, возможно. Ну, еще да. Они находят тех, кто выжил, чтобы под землю их с собою утащить. Зачем, не знаю. Чудесно. Можно ли спасти выживших? Это глупо. Почему Терн Лагейн оставил короля? Откуда она знает? Мы здесь в безопасности? Где порождение тьмы? Мы в безопасности. Мать магии своею удерживает порождение тьмы. В пути бывает всякое. Орда их ушла из прежних мест, и, может быть, получится пройти мимо нее. Как же ей удалось спасти нас? Расскажи подробнее. Она обратилась к гигантской птице, и с вершины башни вас унесла в когтях. Что-то мне это напоминает. Если ты не веришь, спроси у матери. Она сама все может рассказать. Ладно, думаю, с вопросами хватит. Я согласна. А теперь ты с матерью моей поговори. И в путь. Скорее. Вот так вот, последний из стражей. Прекрасный, на самом деле, рост у нас, скажу я вам. Эх, Морриган, ветеран. Это что? Это за что мне дали, интересно? Потом надо будет глянуть. Инвентарь переполнен. Да, я поняла уже, что все плохо в этом плане. Прям 70, прям вообще до упора. А почему? А что у меня такого еще накидали-то? Сколько мусора. Ладно. Как вы понимаете, здесь, в этом прекрасном доме, с этим прекрасным ракурсом, мы остановим нашу серию. Вот такая вот ситуация у нас получилась. Что-то как-то, знаете, я же знала, что случится. Я знала, какая будет заставка. Но что-то, когда вот показали вот эту вот последнюю сцену, когда Дункан начал смотреть на небо и видеть маяк, и вот эта вот злость вот этой в глазах, и я прям что-то сижу, меня как по мозгам ударило, и я так, глазки что-то защипали. Я такой, блин, вообще офигенно сильный момент. И очень-очень крутой. Я помню, когда я первый раз смотрела его, да, видела эту заставку, я прям сидела, рыдала там вообще. Ой, потрясающе, короче. Да, очень-очень сильные эмоции вызывает это катсцены и вообще все эти события. И как вы понимаете, фактически мы с Алистером остались последние стражи серые. Может быть, там где-то, конечно, жалкие крупицы, крохи и выжили, но очень сильно вряд ли. Потому что все серые стражи шли впереди, как мы помним прекрасно из всех слов, которые мы слышали еще в Астагаре. И я только что стала серым стражем. Алистер от силы полгода там в них сидит. И мы ничего не умеем, мы ничего не могём. И как бы единственный человек, который более-менее понимал, что и как надо делать, это Дункан. Но он погиб. Как делать, что делать, не ясно. С другой стороны, что-нибудь-то мы будем делать. И что именно мы будем делать, мы обязательно с вами узнаем уже в следующей серии. Надеюсь, что эта серия вам понравилась.
Если так, обязательно ставьте пальцы вверх, оставляйте свои комментарии, пишите свои впечатления насчет всего того, что произошло. Особенно те, кто, в общем-то, никогда не играл, не смотрел. Будет очень-очень-очень интересно почитать ваши впечатления, о ваших эмоциях узнать. И да, большое вам спасибо за ваше внимание. Увидимся в следующей серии. Можно официально сказать, что пролог закончился. Да, это был пролог. 10-11 серий — это был пролог. Вот. Ну, это как я его называю, потому что, да. В общем, еще раз вам большое спасибо, всем удачи и до встречи в следующей серии. Пока-пока.